я не падаю духом, держу свою марку, держу, чтобы никуда мне не упасть и не украсть. Если мелочь есть, я на сигареты, на покушать, вот, допустим, вот с утра. А так, в течение всего дня вот приходится вот ходить вот по улицам вот так вот. Где иногда, я не знаю, вот мусорные ящики тоже. Ну а что сделаешь? Вот, как жить-то охота. Меня не берут на работу, потому что у меня документов нету. На улице я живу, Шубанова, мотозалка. Во дворе есть там, в общем, маленький палисадник. Туда прихожу, потому что там укрыто. Когда придешь, залезешь, кордон есть, на кордон прилягу, и вот курткой накроюсь я. И меня никто не трогает. И вот утром просыпаюсь, утром мне приходится идти, и опять утром, вот, и где деньги, вот где что стрелять, вот так вот, ну, и тоже, и, ну, сигарет тоже надо приобрести, допустим. И ночью не можешь уснуть, да, хотя на улице спишь, но все равно, и начинают, они по тебе начинают ползать. Паразиты вот эти вот, да. Хочу от этого, хочу просто уйти от этого, но мне есть необходимость как обратиться, ну, хоть в церковь хотя бы. Сам не будешь стремиться, тебе никогда ничего не поможет. Тебя будут только, много будут бить вот так вот, и в оконце пострадаешь. Ну, что, знаете, как сказать, насмерть могут забить, насмерть и все. Беспредел был. Взяли железкой, голову разбили в нескольких местах. Что я мало денег стреляю у людей, и этому человеку не дал. И он меня избил. Он был пьяный, и меня взял, он на меня, ну, руку поднял. В церковь пойдешь, там батюшка. С ним тоже общаешься. Он тебе говорит, чтобы ты... Ну, если не хочешь такого образа жизни, чтобы плохо жизнь свою закончить, тогда лучше вот приходи почаще, мы будем общаться, если ты хочешь кушать, покушаешь, да. Какие-то вещи, может быть, да, дадим тебе, будешь, ну, нормально, в общем, положительный образ жизни будет присутствовать в твоей жизни, да. И тебе уже, ну, если будешь укрепляться, будешь... в Господа Бога, у тебя будет уже вера тоже, она будет расти, она вниз не будет расти, она вверх, потому что расти будет развиваться. Я хожу, вот, Абая Мотозалка, угу. Свято-Богоявленский храм. Двигаться туда-то, где люди есть.